Приветствую всех. Видеоотзыв для прекрасного специалиста Евгения Ищенко. Породилась проблема болезненное реагирование на чужое мнение. Вступаю в спор, в дискуссию, трачу свое драгоценное время и энергию на человека, который вообще не приносит никакую пользу, и его мнение вообще не важно для меня. Это был взрыв мозга, сознания, подсознания. Это у вас, как у человечка, сняли лего. Знаете, такое вот есть человечки лего. У него сняли голову, поменяли ему детали и поставили на место. Вот эта сессия была похожа на такой процесс. Евгений, я не знаю, как он это делает, и как он работает с мужчинами, я не знаю, но для женщины это что-то такое. Для меня лично это был промывка мозгов. Можете представить, мозга, сознание, подсознание. Что промыл все, что можно. Поставил туда новые какие-то установки, новые мысли. И после этой сессии в животе птички поют, бабочки летают, и сзади на спине крылышки растут. В общем, для женщин, я не знаю, как для мужчин, но для женщин, для меня лично это была сессия прорыв, освежающий мозг, освежающее сознание, подсознание, все, что хочешь. Второй день сегодня после сессии, я еще хожу такая вся в тумане, в таком хорошем тумане, в таком прекрасном настроении. Все прекрасно. Вот сегодня был опять у меня очередной, как бы это сказать, кто-то мне там сделал замечание, короче, я так просто отвернулась, сказала, как будто человек не существует для меня, пожелала ему хорошего дня и пошла. То есть вообще не отреагировала никак. Не дала человеку пытаться питаться своей энергией. Так что всем советую, обращайтесь к Евгению. Если вы хотите взорвать ваш мозг, вот это к нему. Всем хорошего дня. Благодарю вас, Евгений, еще раз.